все начинается с любви. Так, с любви и начался живой концерт Ирины Дорофеевой. Теплые слова и мелодичная музыка открыли шоу-программу, в которой известная артистка подготовила много сюрпризов и подарков. А гродненцы, в свою очередь, с восторгом ожидали своих любимых песен. Сегодня сбылась моя мечта. Я попала на концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Аркадьевны Дорофеевой. На самом деле, я очень долго об этом мечтала. И вот сегодня, 14 сентября, такой день, когда действительно открылись кулисы, я увидела своего кумира. Аншлаг на концерте многогранной белорусской исполнительницы был предсказуем, ведь Ирина Дорофеева – одна из самых ярких артисток на белорусской эстраде. К тому же репертуар певицы настолько богат и разнообразен, что находит поклонников с различными музыкальными предпочтениями. Мне она нравится, красивая женщина, приятный голос. Белорусские песни поет очень такие мелодичные, приятные. Поэтому я рада, что здесь. К слову, нам удалось пообщаться с самой артисткой прямо перед выходом к зрителю. Ирина рассказала о своих ощущениях от гродненской сцены и даже поделилась предстоящими творческими планами. Очень переживаю. Конечно, я готовилась к этому концерту уже давно. И можно сказать, что в Гродно это будет открытие моего большого гастрольного концертного тура, приуроченного к будущему 30-летию моей творческой деятельности на сцене. Поэтому мне хочется, как в былые времена, проехать по всей Беларуси и напомнить о себе, показать себя новую, показать свои новые песни. Весь концерт был разделен на три отделения – эстрадная музыка, народные песни и рок. Каждая артистка проживает по-новому. Как призналась сама певица, все зависит от настроения и состояния души. Мы находимся за кулисами, где слышно, как Ирина Дорофеева дарит гродненскому зрителю свои несравненные композиции. Каждая песня – это целая история, рассказ которой – это чистая музыка. Еще одним подарком зрителю, кроме уже полюбившихся хитов, стала новая песня Ирины Дорофеевой «Заболел ты мной». Так как композиция звучала впервые, певица со сцены отметила, как гродненская публика воспримет эту песню, так она и заживет. После чего зал взорвался первыми аккордами. Загадкой вечера остается вопрос, как в одной певице умещается такая бурная смесь драйвового рока и мелодичности, зажигательных песен и композиций, наполненных светлой, но все же грустью. К слову, на сцене Гродненской филармонии певица выступала уже четвертый раз, однако с сольной программой она была впервые. Но и на этот раз Ирина Дорофеева не прощается с Гродно, а говорит только «до свидания». Ольга Пранкевич, Алексей Сакута. Новости. Гродно+.